похож на сегодняшний, кстати. Лужа грязная. Ну да, все вполне сегодня. Вероятно. След машины. Поехали. Ну, техника на грани фантастики. Следующий, поехали. Отметился, включился и поехали. Попробуем здесь сейчас. Так. Красота. Давай, Серег! Саня уже сел там. Серег как на танке оттуда выезжает. Ох, он там поднимает жижу. Деревья где-то падают. Сережа, давай. Сережа, как ни... ничего и не было, блин. Как ледокол волну гонят. А чё был, Серег? Ничего ж не было. Вот там буераки-то, а. И вот такая вот шикарнейшая лужа сейчас будет.
красота прям. Надо умудриться ее снять еще. Всю пробежать. А ребятам ее надо проехать. Бегать-то фиг с ними, могу хоть целый день здесь. Ерунда все это. Так, Серег, по-моему, сел. Давай, 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 Серег, давай. Извините. Серега месит там грязищу. Ух ты, ёпте. Саня уже полез. Суша, встань! Я понял. Он уже едет. А ему легче уже. Ты всю грязь уже поднял. Ехай! Езжай, Серег. Саня, как по асфальту, молодчина. Он уже льды все разбил. Ну да. Вот теперь здесь будут ездить. Вторая часть марлезонского балета. И не последняя. До этого здесь машины не ездили. Да. Серег! Он закапывается.
хапнуешься. Охренеть, он там за собой еще кучу тянет. Вернее, впереди себя. Уселся. Тщательно. Вот танк, а? Ёперный театр. Замечательный аппарат. Побежали на следующий. Будет рыть яму. Но сани должно быть полегче. Серега все-таки грязь разместил. О, красавчик ты!
Молодчина, да. Что можно сказать? Старки рули. До этого здесь ни одна машина не проходила. Я думал, ты сел, все пиздец. Они позволяют побуксовать и раскачать, и пойти. Не хватало передней блокировки, вот явно. Ну да, 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 это было видно. Я за это отлично. Вот по заимению мы, может, и пройдем. Я тут сел, блядь. Да, да. Саша говорит, по Баширу рукой папе, да? Не, когда ил пробит, конечно, хорошо. Понятно. Я тут сам чуть не кувыркнулся, бля, разочек. И много, потому что никто в этом уже не едет. Ну да. Теперь уже нет. Теперь уже нет. Теперь это лужа освоена, что называется. Это была самая серьезная лужа. Ну, хорошо. В этом кусочке ли... Короче. Ну, дядя Сереж, разрешите вас поздравить. Покорение. Рулит, правда. Отлично вообще. Они позволяют побуксовать. Я думал, ты съел все. В отличие от узкой белки, которая рулит вниз, это позволяет. Я смотрю, вижу, по миллиметрику двигается. Туда-сюда. Сантиметр. Она до грунта докопалась. Сантиметр, да, и пошла. А мостами она сгребает лишний. А пусть тебя что-то. Как по асфальту, да? Ну что, может, по чашечке кофе? Пойдем дальше. Форсирование очередного болота. Там плиты, там делать нечего.
Саня, пойдем посмотрим. Раскопался ты там? Залез рядом со мной, чтобы зацепиться нельзя было. Вот это я не знаю. Он-то думал объедет сейчас по-быстрому. Если он якорь не взял, это вот. Ну вот якорь поехал. Ой, якорь. 9 килограмм веса, вот это вот. Потом я могу также за якорек залепить. Ну да. Аккуратно. Торопиться не надо. Это просто сложно, как не дорадиться. Я понимаю, что хочется, и хочется прямо сейчас, и побыстрее. Все хорошо. Его надо поддерживать, наверное, да, чтобы он ушел хорошо. Я сейчас его направлю. Сейчас, ты не бросишь. Сейчас, просто ты не знаешь, что пошел. Да. Ну, бывает, и мастера ошибаются. Сам знаешь. Я уже смотрю. В прошлый раз я прошел, вторая машина уже не смогла. Понятно. Теперь я бы еще глубже. Ну, это еще интереснее. Ну, да. Зато попробуем еще раз якорек в очередной раз. Натяни сначала, чтобы пошел. Машина пошла. Поддерживай, стоп! Ну вот, якорь сработал. Вот и тор. Вторая часть, или уже 25-я часть. Подбулькаем чуть-чуть, жижу выгоняем. Свои достань. Да, свои пошел.
У тебя даже с пультом? Да. Все дела. Ты бы это сапоги бы поднял бы. Сапоги подними. Да не говори, ужас такой. Крылья окошко называется, блин. Все мое сиденье. О, купание якоря. Он еще и плавает, что самое интересное. Его запускают в плавание. И потом он плывет. Изо всех сил. А сил у него много. Так. Сань, ты главное сам там не заострянь, а то якорь будет снова мыть. Нужно. Я не успеваю, я там денег нету, блядь. Там у меня. Очень просто, пожалуйста. Брызг хотел, а не грязь. В лицо. Вот оно как Подмосковье. Даже не брызг, а еще. Ну да, это подмосковные болота, блядь. Ближнее Подмосковье. Поехали. Очередная часть нашего путешествия по болотам Московской области.
Серега решил болото испытать. Колеса вымыть. Вот танк. Волну нагоняет, едет, да? Рубль два. Саня, уболтали Сашку ехать в какашку. Все. Лучше бы ты ему туда не советовал ехать. Ну, короче, я еду туда, стою, чтобы он за меня любил. Да. Я отсюда прям стою. Давай. Сейчас, погоди. Саня, оттуда прям по кругу выезжай. Куда ж опять-то в это говно полез? Вот. Продавливает резину. Да ему бы здесь по кругу, по луже бы дать. Хочется, хочется. Проехали. Там вот по болотине он там идти не хотел. Увязал. Решил проехать. Посмотрим. Проехал, блин. Увязался.
Поехали. О, вот это лужица шикарная. Кусок ила тащит за собой всю жижу. А вот здесь кто-то сегодня объезжал это все говно. И кого-то здесь вытаскивали. Но Сережа не идет легким путем. Сережа напрямик поехал. Сережа молодец. Интересно, как скоро он всю жижу или выдолкает, или сядет там окончательно и бесповоротно. Хочется домой, завтрашнюю на работу. Хотя и воскресенье. Вот танк, а. Сушит, интересно ли нет.
Всего реку сделал. Еще разочек. Еще два разочка. Просто. Давай, Сань, поехали за орехами. Приехали. Серег, Help Me называется. Да. Ну, разматывай его. Разматываем лебеду. Блядь, я сегодня к 12 дома окажусь. Позвони жене, скажи, что вот такой вот отошли домой. Скажи, вот не у нее и нета нет, ММС-ки хрен откроет. Слушай, подержи ему этот самый метрос ему, а то ведь он сейчас у него наедет сейчас. Не наедет. А, все. Нормально. Две одинаковые машины, все одинаково, кроме резины. Кроме резины, да, и вот такой вот казус. Struggle Tracker и Stark Proto. Разница налицо, как говорится. Да. Ну, лебедится, да, лебедится. Поддерживает, он сейчас уплывет с ним. Лучше бы он по лебедку подмотал бы. Мотай тоже постоянно.
ровнее руль ставь. Вон туда. Вот так, все. Лебедка все, что уже не спасает? Ну какая-то слабоватая она, да, у него? Потому что... У вас 500, он более скоростная, у меня медленная. У него, у меня тяга более... Меньше усаживает аккумулятор. На 12 тонн, думаешь? Нет, она... О, подтяни ему, подтяни. А, он сам подтягивает. Трос, 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 трос. Оп. Стой, стой, стой. Подматывай его.